Генпрокуратура России сегодня обнародовала информацию о масштабах хищений бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, и они поражают воображение. Стоимость выявленного у экс-чиновника имущества оценивается в 10 миллиардов рублей, что, естественно, абсолютно не соответствует его официальным доходам. Так, Шестуну фактически принадлежат 676 объектов недвижимости, в том числе более 500 земельных наделов, две базы отдыха, дача площадью 17 гектаров и внушительный автопарк, 22 автомобиля. В ближайшее время, как сообщили в ведомстве, будет направлен иск об изъятии всего этого в доход государства. Напомню, Шестун был арестован летом прошлого года по обвинению в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Еще два его сообщника объявлены в розыск.